Всем привет! Сегодня нам пришел Жирен Крейн 2, ручечки к нему. И почему мы, собственно, собрались все здесь? Мы хотим его распаковать, показать вам, как это все выглядит. Там где-то внутри, в одной из этих коробок, должен быть пультик, но мы не знаем, в какой. Погнали! Заказали мы его 11.11, была великая распродажа китайская. Шел он, сегодня уже 13 декабря, не пятница, но все же месяц. Начнем мы распаковочку с ручек. Посмотрим, что в комплекте, как они упакованы. Так, где-то что-то залипло. Нам пригодится потом. Как делать вилсаком. Так, разберемся. Ну и ручки. Все хорошо упаковано. Плотненько здесь все лежит, ничего ни об чем не царапается. Ага, все-таки... Тут большое отверстие, и, скорее всего, маленький Жиюн первой версии, он не войдет сюда. Ладно, коробка нам не нужна. Вот, попробуем, как это все плотненько все входит. Отлично, я люблю, когда все так вот. Просто примерим быстренько, войдет ли сюда Жиюн. Накручивать не будем, вот у нас ручка, и смотрим. Ух ты! К сожалению, эти ручки для старого Жиюна не подходят. Теперь поехали к самому главному. Так, здесь, видимо, его открывали. Ну, наверное, чтобы пульт положить наш любимый, который должен здесь быть, но его пока нигде нет. О, боже мой. Что он в кейсе, но он еще из... приятная полиэтиленочка. Ну что, вот ради чего мы все это делаем. Он очень стильный. У него есть ручечка. Он очень защищен. Тут есть... тут, видимо, есть еще через плечо ремень. Поэтому мы сможем его переносить. Мы открываем. О май гад! По сравнению со старым, это просто что-то тут невообразимое. Это огромная штука. Так, это что? Это диск? Если это диск, я буду в шоке. Нет, какая-то комплектация, то все. Да, пульт. Пульт, вот. Пульт довольно, скорее всего, просто зажимается. Вот так. Что здесь у нас еще? Это скотч китайский, черный, типа нашего двухстороннего. Заряднички. Да, в прошлой версии две батарейки. Вот, здесь три, но пока я их не вижу. Силикагель. Обожаю. Это у нас ножки. Такие увесистые, они, видимо, сделаны из хорошего такого металла. В старом комплекте нет ножек. Здесь есть, они очень крутые. Прям без Жиюна уже все, ты их ставишь. Здесь, видимо, коробочка, она чуть-чуть помятая. Видимо, здесь батарейки. Открываем. Здесь батареек нет, здесь комплекты шнуров. Это для Canon, это для Panos, и еще какие-то здесь. Вот это зарядник, то есть прям комплект бодрый, потому что в старой версии не было нигде этих шнуров, их надо было заказывать отдельно с Алиэкспресса, там 1000 рублей стоил вот такой один шнур для Sony. Мы сегодня его сможем проверить на Sony. У нас есть A7S2 и 6500, суперская, классная, отличная, вот она. Самая лучшая камера в мире, Sony A7S2. Просто ниже плинтуса. Короче, я достану его. О боже, он такой огромный. Я достаю эту штуку. Ох ты, у него есть площадка, похожая на манфроттовскую. Да, батарейки здесь вот в таком виде, как графитовые стержни в атомном реакторе. Вставляется здесь все сюда. А, нужно хорошо надавить. Ага, сейчас попробуем его включить, заряжены ли они вообще, стоит ли продолжать съемку. Тишина. Батарейки, к сожалению, разряжены, поэтому мы сейчас их подзарядим немножко и вернемся к вам. Вот старый Жиюн, размерчики, вот новый. Вот это чизбургер, вот это Big Tasty. По первым ощущениям пока непонятно, то есть, насколько это удобнее ли он или нет, но это надо просто пользоваться. Давайте сейчас попробуем его включить. Включится ли он со старыми батарейками? Включаю. Так, все, он работает, поэтому мы можем повесить на него камеру какую-нибудь и попробовать с ним походить, что-нибудь поделать. Ну, он держит пипец, конечно, вообще. Чего? Ну, он прям мощно держит.
Если посмотреть, здесь самое, что бросается в глаза, это фокусировочное кольцо, прорезиненное, вот эта ребристая поверхность, очень круто. И еще, то есть, есть... Ребят, чем-то воняет. Ладно. То есть цифрами и делениями размечено кольцо, очень плавно все ходит. Дальше поехали. Экранчик. Тут показывается зарядка батареи, соединение все, Bluetooth, режим, джойстик. Очень плавно ходит, похож на стик, да, как будто это стик. И навигация по меню. Сюда войдет очень большая камера. То есть... Все, сразу же сейчас сделаем тест, как она здесь помещается, что здесь будет. Сейчас мы будем балансировать. Все делается первый раз, поэтому может быть долго первый раз, но потом, когда понимаешь уже примерно... Опа, все, он встал. Тряски нигде никакой нет. Сразу я начинаю. Но он прям очень хорошо все держит, то есть даже сразу чувствуется, что лучше, чем первый. Очень все круто. Очень все плавненько. То есть я даже трясу вот так, и вообще, то есть не видно ничего, что плохо начинает работать. Так, можно ли его перевернуть, как первую версию? Да, слушайте, вообще супер. Так, сейчас мы оденем ручки. Здесь настолько все круто сделано, что я справлюсь один. На ручки. Нет, не справлюсь. Посильнее расскажу. Ну что могу сказать, удобно очень, он... 500 тысяч стоит, ну 500-600. Так, сейчас мы попробуем прикрепить пульт. Кстати, болт как у GoPro. Хоп, он плотно там. Но надо посмотреть под руку под свою, где он будет. То есть сейчас это будет маленько неудобно. Вставляем. И что должно произойти? Мне кажется, это просто для зарядки используется. А, все, я понял, я не то прикрепил. Это USB Sony. Так, а тут смотри, вот микро USB есть, да? USB с одной стороны. Подожди, он не заряжается? Вань, ты знаешь английский? У меня он ходит. Все, работает! Сколько я собрался уходить? Оп! Это не ты. Очень долго разбирались с пультом, но каким-то чудом образом он подключился. Как это делается? Нужно кнопочку включения и мод вместе зажимать. Вот, и в какой-то момент он подключится, а потом зато все нормально работает. Палец дотягивается спокойно до всех кнопочек, переключателей. Все круто работает. Сейчас пойдем походим по коридору, посмотрим, как он себя ведет в движении. Да, вот я иду на полусогнутых ногах. То есть картинку сами можете потом на футажике смотреть. Снимает меня Sony A7S2, у нее встроенный стабилизатор. Я снимаю 65-00 со стабилизатором, объектив 18-105, диафрагма 4. Сделать такую проходочку, потом выйти на Ивана, отойти и как-то им поуправлять. И вот я его потрясу. Прям бегу. Ага, поехали. То есть вот такие. Подведем небольшой итог, что очень классная штука. Денег своих стоит по сравнению с тем же Ронином. Посмотрите его размер. То есть это все в кейс упакуется. Будет прямо очень мобильно, очень круто. Я пойду дальше тестить, работать. До свидания.